В 2019 году от онкологии ушла из жизни Дарья Воскобоева, участница и финалистка 17-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Черный маг Константин Ямпольский скончался в 2018 году от острой коронарной недостаточности, обостренной из-за злоупотребления алкоголем. Александр Агапит трагически погиб во время автокатастрофы в 2009 году. Он уснул за рулем. В 2021 году умерла финалистка 7-го сезона Дилия Абдрашитова. Уход ведуньи был вызван тяжелым заболеванием, с которым она сражалась после потери мужа. В 2017 году произошло трагическое событие. Илона Новоселова выпала из окна своей квартиры и, получив серьезные травмы, ушла из жизни. Участник 9-й битвы Юрий Испарьянц скончался в 2012 году от кровоизлияния в мозг. Ясновидящая из 3-го сезона Надежда Титова скончалась в 2013 году. В 2021 году от последствий коронавируса умерла участница 11-го сезона Ольга Седова. Ясновидящий 3-го сезона Алексей Фад умер от сердечного приступа в 2009 году. Победительница 12-го сезона Елена Исевич умерла в 2022 году. Ее здоровье подорвал дважды перенесенный коронавирус.